Журнал. Как и всегда, интернет-журнал «Гуру» на Орск.ру остается полезным для каждого из нас. Иногда нам хочется чего-то сладкого, пока не съешь его, душа не успокоится. А съешь, и желание сладкого вновь не прекращается. Не всегда тяга к тому или иному продукту является обычным явлением. Зачастую это сигнализирует о какой-либо болезни. О чем говорит тяга к определенной еде, читайте в новой статье журнала «Гуру» на orsk.ru. Журнал.